Всем привет! Я хочу показать распаковочку куклы Барби Пышки. Барби Вук. Вот, я уже ее достала с коробочки. Хочу показать вам именно вот, какая она есть. Волосики у нее в сеточке. Снимаем сеточку. Очень хорошо, что сделали в сеточке, потому что кудри могли в пути растрепаться. Вот. На ней платье. Платье, кстати, сзади сшито. Ну, там есть кнопочки, но здесь еще прошито немножко ниточками, чтобы снять платье. Вот. Потом можно просто, как обычно, одевать и снимать. Просто я не знаю, зачем они это сделали. Ну, вот. Платье на кнопочках. Хочу показать вам ее тельце. Пухлая. Сейчас. Платье из жесткой ткани. Красивое платье. Итак, вот такая вот она есть. Ручки сгибаются в локте и в кистях. Ножки в коленках сгибаются. Вот, колечко можно снять, как и обычные, но вот будет дырочка, если его снять. Такие у нее были туфельки. Кстати, ножка у нее побольше, чем у Барби обычной. Немножко больше. Не подойдут туфельки от обычной Барби. Вот, также были с ней аксессуары. Клатчик. Телефончик. Помада и пудреница. Сейчас покажу. Здесь. Колпачок от помады и сама помада. Вот такая вот она маленькая-маленькая. До конца, по-моему, да. Нет, одевается. Вот такая вот помада. Пудреница. Закрывается на щелчок. Телефончик. И клатч. В общем, вот так вот. Как-то так. На этом все. Всем пока.